Утро раннее, сегодня 8 августа 18 года, среда, 6 часов утра. Я пришел вот на Костровый пруд, Камогориха. Что тут? Тут ловят рыбу, там утки дикие плавают. А вон Виталий бежит. Вот утки полетели. Это он Виталию передали ловить рыбу. И он сегодня бежит. Вот, пожалуйста, человека из него делают. Увалень. А бегом. Ну тут сколько? Я не знаю сколько. Метров-то 400 есть, 500. Ну, пожалуйста, я приехал пораньше. Посмотреть, как он ловит рыбу. Гальян. Другую пока нету. Этот год не закупили карпа, потому что, ну, куда бежать ему надо. Это объяснить он не мог мне. Это слева, где слева, чего слева. Я за ним следом бегу. Вон тесто крутое ему сделали с растительным маслом. Туман над рекой. Солнышко всходит. Этот берет, вытаскивает. Да какая-то мордушка, это смешно даже. Надо попросить у этих. У барабаша большая мордушка. У меня где-то 13, что ли, мордушек больших было. Все своровали. Украли. Ты мордушка, сразу ведро полное получишь. Тут никого нету. Ее ставить вон там около кустов, подальше. Ну, кого это мордушка-то? Кулак один. Мордушка должна быть, это половина человеческого роста. Больше даже. Когда они ничего не съели. Ну давай, давай. Я все снова. Чтобы она тебя не выпала, обдумай, никак попала. У меня один раз вот так вот было. Здесь я был, никого больше не было. Один отдыхал, приезжал. Ну, печь русская была. Прихожу, все разбросано, был котенок. Я говорю, что ж ты так это, и рыбу тут просыпал. Я еще не понял. А тут солдат присылали работать на уборку. На уборку. И солдат ехал, видимо, видел один раз меня мимо, а второй, у меня никого тут не было, он в печь залез, рыба там сушилась, гальян, карасики. И он все вытряхнул, видно, и увез. Ты быстрее тащи, быстрее, пока она не вышла. И хорошо это вот эту затыкай. Плотно-плотно. Если она вылетит, ничего не будет. Надо будет лезть и искать. А лезть, и тебе покажется холодно. Ну, конечно, это не мордушки. Я такие не видал. Какие это мордушки там? Ну, вот три гальяна. Ну, что смеяться-то? Надо большую мордушку сплести. Мы из прутьев делали. Ну и брошенные решеты с разных, вот эти просеивает машину. Так ты ее сейчас тут бросил, ты ее намазал, нет, горловину-то? А, нет. А почему? Забыл. Ну а как она пойдет туда, когда ничего нету? А тесто у тебя для чего тогда? Тесто там осталось, я вот из-за этого что-то. Почему ее не намазал-то? Сейчас я намажу. Ну, поскорее, ты просто трясешь, на одном месте стоишь. Теперь попробуй, как она будет вытаскиваться. Ну, все максимально, Игнатий. Рыбак. Возьми там сколько, и горловинку намажь не снаружи, а который ко входу, к самому. Чтобы она туда проскочила, рыба.
Ну, оно у тебя там отлетело уже. Плохо держится вот это. Ну, так а что толку-то? Не урони туда тесто-то, а намажь по всей стороне. Вокруг намажь. Если первая часть утонет в иле, то другая останется. Плотно так. Туда надо разные горелые хлеб вот этот толкать, яичная скорлупа бывает. А чего тебе ничего не дали? Вот я проверил тебя. Я про этого солдата говорю-то. Я понял, что это он сделал-то. Чугун целый стоял. А печка-то на русская наружу была. Не покрывала никакого, ни крыши, ничего нету. А я на втором мостике ловил. Ну, всегда как забросил мордушку. Забросил, я ее два вытащил. Полное. Ведра, наверное, полтора-два в одну мордушку. Такие огромные мордушки были. Вот солдат взял, так я его жалел еще там. Ну, гальян-то ничего еще, можно перетереть, говорит, об ладонях да съесть. А карасика ты не съешь, там костистый сильно. Я его пожалел, бедный, кому он дал или не дал там. И вот как интересно, ловил не так и много было. И в один день, за одно утро, все восполнилось ворованное. Бог сделал так. Ты вот эту вот, которую сейчас затыкаешь-то, она у тебя сделана так, что вываливается. Она не держится. И она обязательно вылетит. Ну, не до... Все, ты сделал все. Не... Быстро ты делается-то. Ты на одном месте стоишь. Ну, как-то сверни ее или там разрезать надо было или еще. То есть не подготовлено совсем. Я не видел это дело. Там ничего не надо. Там деревяшку надо заталкивать было, и все. А это вылетит. Деревяшку заткни, а то отнеси назад, ему отдай. Затыкай крепче, чтобы она не вылезла. Да она еще разбухнет. Все. Аккуратненько туда ее закидывай. Чтобы она торчком не стала. Веревка-то крепкая. Это еще вторая-то веревка. Зачем она? Не знаю. Вторая веревочка для чего? Не знаю, Игнатий. Ну ты узнай, да оторви ее. Она ни для чего не... Она только эту путать будет тебе. Вытащить трудно. А чем я ее оторву? Мне нечего. Отрежь ее или как? Отвяжи. Нет, тут грузит. Не можешь. Пойди возьми потом маленькая стеколка, потом. Теперь с ней кидай. Не трать время. Это грузило держит, видимо. Посмотри, как кидать правильно, чтобы она легла как следует. Мордой туда, мордушка-то. Давай. А тут особо-то и не... Ну, это, конечно, не очень так впечатлительно. Все. Ну, а кому ты красную оставил? Метка, чтобы знали, где взять. Убери оттуда ее. И вот эти колышки надо ставить ниже и на бок, в траве, чтобы их не видно было. Чтобы никто не вытащил. А у тебя оно торчит все это. Ну, непрофессионально работаешь абсолютно. Забросил туда ее, а там не намазал, ничего. Как он тебе так показал-то? А не, он показывал, я просто это... Быстро, Машенька, быстрее. Уже пришли. Уже попали. Ну давай быстрее вытаскивай. Надо большую мордушку выпросить на несколько дней. Я с тобой пойду. Это можно, знаешь, сколько поймать тут? О, за короткое время. Прям тут же, сразу. Уже попали. Тут ее много очень, рыбы-то. Зачем вытаскиваешь-то? Непонятно. У тебя же есть там это... Так намазать надо. Ну давай быстрее намазать. Так у тебя что, ты всю замазал там? Я-то там замазал, но вовнутрь... Так от того не осталось у тебя тесто, которое мазал? Ну ты его возьми, зачем из этой-то берешь? Так а мы это все равно, оно не нужно никуда. Ну ладно, давай. Я единственное там вовнутрь не положил. Там еще есть мордушка? Две всего. Ну поскорее давай, скорее. Игнатий Ильич, я вовнутрь-то там тоже не положил. Что-то ты, я... который у тебя в этой... В целлофане-то твердый-то, а ты-то размокший мажешь. Видишь, сколько? Сюда
закладывай там вовнутрь. Какую мордушку? С кулак. Я никогда такие не видал. Это все равно, что идти на лесорубу и дать ему ножичек складной. Что он отрубит? Здесь рубить надо по полной. Чтобы не вылетело, дальше затолкай. Все. Ну, забрасывай. Поскорее. Там железка-то она не нужна, она сама железная. Я туда вовнутрь не положил тесто. Ладно, давай, пошли. То есть инструктаж у тебя был неполный. Забирай все. Положи в ведро. В ведро это все положи. Там вон какая-то палка, убери оттуда. Это все вы знаки даете, где у вас. Любой, кто сюда попадет, он сразу все вытащит. Мордушку если возьмем большую, поставить надо там, он под крапивой, чтобы не видно было. Вон где крапива. Ну все, маленько есть что-то. Какие-то вы неуклюжие такие, вот это поколение. Вот он, смотри, какой туман поднимается. Теплая вода. Да, теплая. Утром особенно она. Она не то, что теплая, а в сравнении с окружающей температурой более теплая. И поэтому кажется, что она нагретая. А за ночь она не могла нагреться, потому что холодно. Вот посмотри, вернись назад. Вот это что такое? Нора чья-то. Нора чья-то? Чья? Не знаю, Игнатий. Так, шагами замери, сколько до березы будет. Метровыми. Метр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь метров. Все, семь. Восемь, да? Ну, семь, восемь, да. Вот, 8 метров. Теперь вокруг посмотри, еще такие есть? Вот, смотрите, тут полно. Вот она идет где. Видишь как? Это или андатра, или бобер. Вон она где идет. И что дальше? Ты узнал, она вот как далеко. Здесь гоняет коров. Что дальше? Вот. А ничего, ты совершенно посторонний. Засыпать, что ли, ее надо? А? Засыпать надо? Да, конечно. Надо. Вот такой удивленный, вот как ребенок... 10 лет ему от роду. Ты пойдешь в следующий раз, возьми лопату с собой. Ты прошел, тут был человек, не букарашка. И сразу все засыпал. Ты видел? Ага. А потом по берегу быстренько прошел, сейчас пройди рядом-то. Ты не хозяин никакой, ты просто так, прощелыга какой-то. Выскочил, пробежал, все, ничего не видел, не знаешь. За стол рот разинул, положите мне в рот. Кукушонок. Так же нельзя жить на земле. Вот смотри внимательно, где еще тут есть? Вот костерок. Вот они были здесь, приезжали нынче и засыпали травкой. Все сделали как положено. Один раз сделали прямо между скамейками. Ну, мы им подсказали. Это бывшие Потеряевские приезжают отдыхать сюда. Из Барнаула, из Новосибирска, откуда не поймешь. Вот так. Я им приехал, сказал, говорю, он береза. Сухая была. Там дров есть. Они тут наготовили поленницу целую. Так. Пошел бегом. Вот из Виталия человека делаем тут.